Каникулы прошли, но праздники не заканчиваются. В Старый Новый год в гости к воспитанникам Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Стимул» наведались активисты Ленинского районного комитета БРСМ. К слову, гости они постоянные и всегда приходят с подарками. На этот раз гостинцы собирали совместно с предприятиями, отделом образования и администрацией Ленинского района. На данный момент мы посетили и помогли детям, это в количестве 60 человек. Помогаем детям не только, которые нуждаются, но и, во-первых, те дети, которые инвалиды. Ежегодно в пору зимних праздников в «Стимуле» его маленькие воспитанники загадывают и желания. Конечно, чаще нематериальное, но новенький конструктор, машинку, куклу хочется всегда. Не меньше им хочется и сказать спасибо своим гостям. В знак благодарности вместе с воспитателями и педагогами ребята подготовили праздничный утренник с участием сказочных героев. Наши дети всегда радуются таким гостям, потому что они дарят им добрые эмоции, всегда приходят с подарками, это тоже, конечно же, приятно. Наши дети не всегда могут сказать, не всегда могут поблагодарить словами, но зато они всегда могут благодарно улыбаться, хлопать и просто радоваться хорошим людям, которые к нам приходят всегда в гости со щедрой душой и с открытыми сердцами. В настоящее время в «Стимуле» обучаются 20 детей с различными тяжелыми нарушениями развития. Благодаря таким маленьким праздникам у ребят есть возможность не только окунуться в сказку, но и получить заряд положительных эмоций. А для таких мальчиков и девочек это что-то больше, чем просто реабилитация.